Всем привет, дорогие друзья, а также подписчики канала RusGame Tactics. С вами на волне Александр Плав. Мы сегодня вместе с вами начинаем прохождение игры «Трансформеры. Падение Кибертрона». Вместе с вами мы станем свидетелями схватки невиданного масштаба за родную планету между автоботами и десептиконами. А также увидим мрачные эпизоды разрушительной войны разумных машин за Кибертрон. Мы начинаем. Decision I've ever had to make. It has been a long, painful war with the Decepticons. Whatever lies beyond that portal is our best and last hope, my friend. We're approaching the portal. That indicates it's growing more unstable. At this rate, it may close before we even get there. Megatron. Direct all fire on those tow cables. All hands to combat. Hell yeah. Bumblebee, you with us? Optimus, he's coming around. Thank the Maker. He's been through worse. Voice chip is still crushed. Nothing new there. Base energon levels are almost normal. Overshields are charging up. I need to test your retinal scanners. Follow the light. Так, Bumblebee, давай-ка раз. On target. Looking good. How are your optics? Инверсия камеры. Сохраним настройки, все в порядке. Arms out! Weapons to the deck! Don't fire! I'm a medic! Slap a muffler on it! Начинается жара, друзья. А-а-а! Так, второй готов. Третий! Третий тоже подбит. А что нам делать с этими абордажными тросами? Хотелось бы мне знать. Ну что, я погнал. Куда? Куда пробежать? Ай-яй-яй-яй. Спокойно. А, вон они полезли снова. Отлично. Так, это все. Быстро патроны заканчиваются. Начинается экшен, друзья. Будем валить десептиконов тысячами здесь, я чувствую. Итак, дальше. А, снова подмога тут у них прибывает и прибывает. Ну и кто же побежит этот правый щит восстанавливать на правом двигателе? Бамблби, естественно. А, ну слава богу. Мне придется только прикрывать этот мостик. Ну, наконец-то и мне задание дают, друзья. Активировать необходимо грузовой лифт, и что? Дальше. Удачи, как будто, знаете, на суицидальную миссию отправляют меня. Ладно, бегом. Вперед! О май факинг гад. Так, друзья, я играю на геймпаде. Это ПК-версия игры. С прицелом, конечно, здесь может быть беда, но я думаю, что все получится у меня. Это наши побежали или десептиконы? Совершаем рывок вперед. Это наши, потому что прицел не подсвечивается красным. Еще один абордажный трос. Успели закрыть.
Ну, с какой стороны мне нужно подойти? Вставить этот гребаный стержень? Вставляйся, пожалуйста. Нет, а, вот. Хотел было трансформироваться, но не получается пока что. Без проблем. Так, первый замок готов, второй готов. Открывайте дверочку. Ух ты ж. Нифига себе там здоровяк. Так, перезарядка. Перезарядочка, срочно. Сейчас поможем Оптимусу, погнали. Никто меня там не подобьет. Или снова абордажный трос они будут туда выстреливать. В общем, все равно, как видите, какая-то неприятность здесь происходит. Я думаю, что... Да, только бегом! Так. Ай-яй-яй-яй. Так, полетели. Полетели! На единице. Ужас. И здесь теперь помогаем нашим ребятам. Патрончики тоже нужно не забывать про них. Так, а это куда я рванул? Что это такое? А, нет. Все, нормалек. Сражаемся пока здесь, на этом уровне, друзья. И еще... А, подмога прибывает и прибывает. Этот готов и остается, наверное, последний, будем надеяться. Можно было и в рукопашечку его так срубить. Тихо. Бегом и в рукопашку сейчас выбьем его. Да! На куски. Но со спины, видите, какие разрушительные удары получаются. Нет, только не сюда! Успел все-таки в эту вентиляционную камеру. Так, и внизу тут тоже сражения у нас очень такие активные. Куда мне бежать? О, наконец-то трансформация. Погнали, я обожаю, когда эти трансформеры превращаются в нечто более приглядное. В данном случае похож на румбу, на пылесос, знаете, такой. Так, какую сторону? Вот туда. И ускорение. Гоу! О-оу. О-оу! Не, ничего страшного, даже если прям наехать на это препятствие, ничего критического не случится. Так. Оу, чёрт! Тут еще все трясется. А-а-а! Так, нитро. А вот и нитро. Суперски. Вау! Прыжок был. Это наше. Классная анимация. Вот эта трансформация очень зрелищно выглядит. Так, новая цель. Объединитесь с солдатами автоботов. Где? А, вот патрончики. Так, может быть, и пушечку можно соответствующую забрать. Сейчас, подождите, а что с пушкой? Почему нельзя взять пушку? У меня больше других вариантов нет, но, по всей видимости, такая же, как и на руке Бамблби. Погнали дальше. Оу. Мне дают тяжелое орудие. Ну как я могу от этого отказаться, правда же? Берем ракетницу. И вперед! Так, может быть, мы также в виде пылесоса проскочим, никто и не заметит. Пробиваемся к Оптимусу, это очередная наша цель. О-оу, о-оу. Ух ты, красиво. Следующая порция. Бахаем туда. Ну, почему бы здесь оружие не поменять? Они складываются неплохо, в принципе, и от нейтронного автомата. Так. Быстрее перезаряжайся! Ах! Хорошо, не убежал, голубчик. Еще заряжаем туда. Здесь, наверное, добавки просят. Нет, все чисто, друзья. Все очень даже чисто. Патрончики.
Это наша уже. И здесь такая же петрушка. О май fucking god, друзья. Так, где мой ракетомет? Запускаем. Бух. Ну тут только добить их осталось. О-оу. О, да, друзья. Так, руками, CQC. Нет! Давай, Бамблби, подтягивайся! Там, по-моему, у нас эпическая схватка разворачивается перед нашими глазами, друзья. Это что еще за пушка? О, нет! Одна зарядка, что ли, у него? Optimus Prime. The last of the Energon reserves have been transferred to the Ark. Engines are online. All systems go. Nice work, Ironhide. Perceptor, how goes the city shutdown procedures? Nearly finished, Optimus. My team will have all systems powered off and archived by the time we launch. Good. I'll send the boarding call out momentarily. But first... Decepticons have broken through sectors 9 through 12. That was Grimlock's post. More Decepticon squadrons approaching from the north and west. Optimus, this is Ratchet. Decepticons have invaded the city. We need you at the fortress to help coordinate defenses. We're on our way, Ratchet. Ну что ж, дорогие друзья, вот и замечательная возможность нам предоставилась поиграть за Оптимуса. Вы обязательно увидите продолжение этого достаточно интересного экшена в следующей части. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать видео. Скоро увидимся!